Всем привет, всем ку. Возвращаемся во вселенную Икаруса. Или во вселенную Икарус, как правильно. Есть эксперты. У нас там уже есть какая-то своя постройка. Будем сегодня стараться из нее делать какую-то мини-крепость. Посмотрим, что у нас получится по снаряжению еще. Посмотрим, что у нас будет получаться по исследованиям. Да вообще в целом, наверное, побегаем вокруг, посмотрим, что у нас там находится. A few moments later. Волк, 66 уровня бежим. Это не очень хорошо. Заберем заодно тыквы. Еще тыквы вон поспели. Там какао еще есть какое-то. Давайте спрячемся. Нет сигнала, скорее всего, карта не откроется. А нет, карта открылась даже при отсутствующем сигнале. Интересно, как это работает здесь, физика игры. Окей. Добегаем. Закрываемся. И что у нас тут приготовилось? По еде у нас, в принципе, все хорошо. Мясо портится. Обидно, конечно. Ничего не поделать с этим. Давайте тыкву, наверное, приготовим. Пускай будет тыква еще. Вот у нас испортится в этом. В рюкзаке в нашем. Семена тыквы. Мясо. Кстати, мясо можно пожарить. Раз оно у нас валяется, давайте его пожарим. Надо как-то будет нам еще разделить сундуки по частям, чтобы у нас на каждом каждый сундук был с чем-то отдельным. Понимаете, да, о чем речь я веду? Волокна — это простые бинты. Создадим, наверное, один. Ага, слушайте, бинты-то, оказывается, неплохо место занимают. Ладно, будем знать. А что он делает? А, они здесь лежат? Офигеть. Конечно, я удачно себе дом поставил. Если возле меня постоянно тусуются бизоны. Так, где у нас стрелы? Кость есть, нужна кожа и палка. Давайте построим еще немножко себе стрел. Здесь у нас были кости. А, кожа. Кожа здесь. Хорошо. Здесь ничего не вижу. А, палки стоять. Где палки? Вот палки. Берем. Строим максимальное количество стрел. Так, нет костей. Хорошо. Здесь три. Так. Получается, нужно идти на охоту. Ну, это логично, да? Хочешь кости, иди на охоту. Приближается буря, между прочим. Я далеко сейчас особо не уйду. Или уже ушла? Я не вижу бури, надо идти срочно. Пока все спокойно, пока ветер без камней, нужно идти охотиться. Нам нужно много костей, чтобы сделать себе стрелы. Да и в целом надо как-то поисследовать местность вокруг, что происходит здесь вообще. Сера. Да, мы хотели серу на свечи. Давай сейчас серу соберем чуть-чуть. Точнее, свечи, факела. Когда придет ненастная погода, надо тут поставить факела вокруг дома, чтобы они подсвечивали. Я думаю, может попробовать их даже на какие-нибудь стойки поставить. На небольшие. Окей. Соберем еще оксик. Оксид, да. Так, ага, и перегруз сразу, да? То есть камушки достаточно тяжелые. Ладно, это я услышал. Слышу волка. Это наша потенциальная добыча идет. Где он там шел? Так, починить надо бы. А ремонта нет. Камушка не хватает на ремонт. Ага. Как говорится, выкуси называется. Так, камушка. Где у нас? Починим. Метательные ножи. Простая удочка. Удочка на постоку-поскоку. Пока что. Давайте-ка мы, наверное, насобираем костей.
Где они там, кто там пищал? Нет, не они. Тоже не они. Не понял. Кто издавал эти звуки? Ну, там на скале, что ли, кто-то ходит еще? Ладно, пойдем посмотрим. Поднимемся сюда. Угу, слышу. Ну, это скорее всего бизоны. Я-то им особо ничего не сделаю. Ой. Кабан. Отлично. Ах ты ж, зараза. Так. Оп, отлично. Так, все, с кабанами мы уже научились разбираться. Да блин. Давай-ка. Сейчас ты нам дашь немножечко костей. Так, все. Отлично. Очки появились у меня. Сейчас мы их распределим попозже немножечко, когда придем в дом. Пока что надо чуть-чуть поохотиться еще. Коз бы найти каких-нибудь. Какую-нибудь оленятинку. Что-нибудь похожее на это. Пока никого не вижу, во всяком случае. Звуки слышу, но не... Все, вижу, вон они ходят. Так, сейчас ближе подойдем. Посмотрим, как они реагируют на скрытность. Ну, стараюсь не шуметь максимально. Вот так. Отлично. 615 урона, кстати говоря, прилетело ему. За хедшот. Давайте-ка его тоже освежуем. Нам нужно пособирать кости, нам нужно пособирать... Блин, мяса, конечно, нам столько не надо, по большому-то счету. Но проблема в том, что портится быстро. Ну, очень быстро портится. Ну, по-другому никак. Придется чем-то жертвовать. Либо мясом, либо... А там кто, медведь, что ли, ходит? Вот это вот кто? Это медведь. Ну, либо я ошибаюсь, а я хочу ошибаться, либо это медведь. С ним-то я точно встречаться не хочу, честно. Абсолютно даже. Лучше пойдем в дом, развесим мясо. Сделаем себе еще стрел. Там костяной щит можно вроде сделать, еще на всякий случай. Потому что, как я замечаю, здесь очень много атакуют в ближнем бою. Где он? Чтобы на него случайно не нарваться. Я не понял, где он. А, вон он. Да, это медведь, слушайте, это точно медведь. И он идет ко мне. Надо срочно прятаться в дом. Я, наверное, даже зайду лучше с задней двери. Если получится, во всяком случае, зайти через заднюю дверь. Ну, пожалуйста. Да, отлично. Через заднюю получилось. Закрываем двери. Чтобы он меня не увидел. И это закроем. Так, на сушилку. Мясо. На сушилку. Еще мясо. Это пожарить. Сырой бекон. Тоже можно повялить его. А это пожарим. Хоть какое-то время, может, еще выдержит. Кстати, тыква вообще быстро портится. Просто быстро. Максимально быстро портится тыква. Так, окей. Что дальше? Нам нужно каким-то образом, наверное, чуть-чуть расширить свое жилище. Или не надо? Или пока нас все устраивает? Нас пока что все устраивает, в принципе, по жилищу. Я ничего расширять не хочу. Давайте-ка, наверное... А подождите, как все-таки это работает? Это я буду бить костяным... Подождите. Наверное, я поставлю нож сюда. А, так, копье вот сюда. Кирка, это понятно. Костяной нож тоже сюда. Не, наверное, лук, нож. Вот так, наверное, это все-таки будет выглядеть у меня. Так, стрел 10, отлично. Надеюсь, медведя нет. Хорошо. Медведя не вижу. Но слышу где-то
оленятку. Надо нам еще. Ага, все, вижу, ладно. Надо повысить уровень. Каким-то образом. До 10-го. Отлично. Это был nice shot. Хорошо. Погнали. Разделывать. Волки. Слышу волка. Так, кожа, стрела. Так, это молоточек, топорчик. Такс. Ока. Оксик забираем. Давайте осмотрим все, что у нас еще в окрестностях есть. A few moments later. Вот так. Я сейчас умру, да? Нет? Успею добежать до дома? Успею. Хорошо. Ой-ой-ой. Погодите, почему я упал? У меня кровотечение или что? Так, срочно перебинтоваться. Угу. Так, мне не нравится то, что... Да блин. Здесь надо какую-то дверь делать, скорее всего, потому что я уже не первый раз попадаю сам по своему дому. Ага, оксик заканчивается, да? Еще плюс ко всему. Давайте посмотрим, что это нам даст. И что дало? 100% дало, кстати. Ты где? Не понял. Чего? Да где там? Они запрыгивают сюда. Их двое, кстати. Да блин. Да где они? Все, они теперь уже под домом прям носятся. Отлично. А здесь кто еще? А, ну ясно, лошадь пришла еще эта утулая. Вот ее как раз таки для полноты картины не хватало. О, а они тут все собрались, да? Им тут нравится возле меня тусоваться, я смотрю. Ай, блин, вы мне еще дом весь поломаете. Ну да, лошадь сутулая здесь. Ну давай, еще раз так сделай. Ну ясно. Где волк? А вот и волк. Это типа стайка мне пришла какая-то волков, или что, я понять не могу. Самое интересное, что я сейчас упаду вниз, и я уже потом не поднимусь. Ну, понятно, они вдвоем здесь тусуются. Они заодно, да? Она еще даже через стены меня пробивает. Ну да. Хорошо. Что, ничего хорошего? Они реально пробивают через стены? Меня больше волк смущает, потому что он очень быстрый. Блин. Ну да, они сейчас весь дом разнесут. А у меня стрелы закончились, ладно. Ну и где? Да что ты будешь делать? Я и копьем, кстати, не дотягиваюсь-то особо. А там у меня, кстати, снизу были эти сундуки с припасами. Да я копьем не дотягиваюсь. В общем, проблема, это самое обидное. А почему они между собой не дерутся? Это ж волки, как бы, и лошади. Ну и? Есть у кого идеи, что делать? Блин, вот тут, выглядит, тут не хватает одной двери еще. Да.
Плохо, что они между собой не воюют почему-то. А у меня совсем-совсем все плохо по хпшечке. Да, разломайте мне все к чертовой матери там. Вот так, наверное, сделаем. В смысле? Так я же хочу разломать сам. А, все, я понял, разломалось. И собаки умеют плавать, да? Ладно. Одну вроде как. А у меня и бинты закончились. Сколько я могу сделать? Так, стоять. Давайте быстренько замотаемся. Окей. А у него стрелы были мои где-нибудь? Посмотрим. Окей. И что тут? Забираем все. Да что такое? Низкий уровень здоровья. Я понимаю, что у меня низкий уровень здоровья. Проблема в том, что меня снова лошадь убила. Практически. С волком на пару. Я-то здесь ничего с этим поделать не могу. Здесь лошади, блин, сильнее людей. Окей, ладно. Ничего страшного. У меня что, места нет в инвентаре? Да, места нету. А, они мне сушилку разбили. Я понял. Они мне разбили сушилку. Давайте заберем мясо, пока в сторону поубираем. Стрелы не хотел мне отдать. Окей. Ой-ой-ой. Неожиданно. Я так и не понял, где еще один волк? Там какие-то лоси ходят еще. Только не говорите мне, что еще лоси умеют убивать меня. Так, где мой молоток? А у меня досок нет, да? Или есть доски? 5 досок осталось. Так, погодите-ка. Надо стену построить какую-то, поставить для приличия. Как-то защититься. Вот это, скорее всего, будет вот так. Вот так. Где-то еще дверь была одна, вроде разбитая. Давайте закроемся дверью. Вроде. Вроде неплохо получилось. Пол. Один. Ага, не могу взять, да? Или могу взять? Где он? Все, вижу, вижу. Так, пол. Один. Одна штука пол. Или... А, сваи здесь есть. Окей. Стены. Это что? Подождите, это деревянное окно. Это меня особо не интересует. Так, что у нас тут? Мясо. Мясо, мясо, мясо. Сушилка. Где топор? Надо срочно идти. Так, стрелы не хочу. А, это копье. Не, нормально напихали. Тут даже не буду отрицать. Я очень недооценивал животных в этой игре. Прям даже отрицать не буду. То, что я их недооценивал, это моя как бы ошибка. Даже вообще без вариантов. Дают они звездюлей, дай бог. Прям дай бог. Накидали мне прям, что аж до сих пор чувствуется. Это целое. Тут еще не поломали. Пол. Так, эту стеночку надо подделать. И теперь я понял, что надо весь инвентарь сносить наверх. Потому что они мне его весь просто разломают. В следующей такой же атаке они просто мне вынесут нафиг весь дом. Со всем имуществом. Либо максимально усиливать где-то... все, я понял. Максимально усиливать где-то края и не просто их не подпускать к этому.
скажи мне, к дому, чтобы не подходили. Какие-то заборы ставить, наверное, просто от заборов их расстреливать. Но это один единственный вариант, который я представляю. Если они так будут зарываться ко мне дальше, то вот, смотри, тут бы еще один удар, и просто вот эта бы штука вся обсыпалась к чертовой бабушке вниз. Так, погоди. Будем делать в какой-то более-менее однообразно, единообразно, чтобы все это было. Так, ага. Вот что, у нас волокон не хватает? Научусь строить. Ну да, это единственное, что... Какой плюс от всего от этого? То, что я научусь строить. Так, еда у нас падает. Где тут, подожди, палки? Палки. Где тут пол? А, волокна. А волокон нет, что ли, у меня больше? Опять идти на улицу надо будет. Это, кстати, я только собирался построить эти. Да блин. Крупный олень. Только собирался начать факела строить, а мне тут сказали, что я совсем не тем делом занимаюсь. Нет, я уже думаю, все, тут все так хорошо. Дом построил. Уютненько себя чувствую, никто ко мне не придет, никто меня тут не заатакует, ага. Не тут-то было. Тут ребята не шутят абсолютно, если приходят, так приходят. Сейчас мы все вот это вот пособираем. Чуть-чуть. Главное, опять кого-нибудь на себя не... Блин, там бизон носится. Просто если мне эта лошадь вот это вот дом так размолотила вместе с двумя волками... Я даже не могу представить, что будет, если ко мне бизон придет. Так, дверьку закрываем. Полов 2. Давайте создаем полы. 2-2, все верно. Перегруз, конечно, перегруз. Да, в смысле? Ну ладно. Где стены? Стены 2 тоже мне сломали. А здесь что? Здесь сушилка это. Лестница. Может, надо было просто тогда с первого этажа их убивать, а не со второго. Может, логичнее просто выходить с первого этажа их и бить. Ну ладно. Предположим, вот здесь окно поставим. А вот здесь пускай будет глухая стена, потому что где-то у меня были эти ставни. Закроем, наверное. Окна. Они вот отсюда, если будут заходить, надо просто открывать и как-то их лупить отсюда. Либо... Подожди, а, лестница нужна была. А лестница, слава богу, где-то у меня там валялись какие-то лишние левые. В каком-то из ящиков вроде были. Здесь... Не, здесь тоже не... Стоять где? А, все забываю, что здесь... С правой стороны. Этот дополнительный... Точнее, что сундук справа, а все остальное... Остальное слева. Так, лестница мне больше не нужна. Мы ее скинем вот сюда. О! Опять волк. Да спустись ты теперь. И где он тут? И как мне теперь стоять? Теперь мы будем поумнее. Или нет? Он все равно меня через эти самые даже атакует. Через стену. Как так-то? Что-то я не понял. Стоять, стенка. Все, вижу. Стену бил здесь. Окей. Закрываем ставни. Стрелы нам нужны, это нам, в принципе, не надо, можно выложить, это выложим. Так, доски нужны. Давайте костер разведем. И нам нужно приготовить хоть чуть-чуть мяса. Окей. Это уберем пока в сторону. Подожди, я убрал, что я убрал? Кожа мне нужна. Это уберем. Какие-то травы еще непонятные. Где тут? Вот они агрятся на мой дом.
Это просто жесть. Я понимаю, что красивый дом, он всем нравится. Но, блин, надо же как-то... Я его строил, я тут живу. Окей. О, какая-то он скотина. Это опять конь этот? Ну да, это опять этот конь. Погоди. Куда пошел? Тебе не особо нравится? Не особо нравится? Уродец. Опять мне разломал стену. Так, хорошо. Тактика с большего работает. Бить их не с второго этажа, а с первого. Тактика с большего начинает работать. Но надо какие-то, наверное, построить все-таки этим. Все-таки надо построить какие-то стены. Либо не стены, а... И эту стенку разломал. Ну ладно. Тут что? Целое. Целое. Вот здесь, скорее всего, придется построить забор. Чтоб они не переходили прям так сразу ко мне. Они сразу просто заваливаются ко мне и начинают лупить. Так, напольные факела я вроде сделал. Понять, куда я их положил. Волк, кстати говоря, через окно лупил ящики. Это не очень хорошо, потому что... Потому что таким образом я могу спокойно забыть, либо не закрыть одно окно, и он просто сломает мне все ящики. Не понял. У меня факел потух. Как так-то? Тогда надо обычный факел сделать. Где он? Деревянный факел. Окей. Ага. А брать-то нечего. 24 литра здесь. Да, я понял. А у меня есть? Да, есть. Стоять. Это вот так. Это вот так. И... Подождите, где факел мой? Все, нашел. Ага. А, это ж я ломал себе стенку сам. Все, я понял. Вспомнил. Так, создаем одну стенку дополнительную еще. И, наверное... Стоять, где она? Это вот сюдема. Где семерка это? Так. И нам нужно вот так ее сделать. Ставни. Ставней пока что нет. А было бы неплохо их сделать. Их надо 4. Даже 5 надо было делать. Ну ладно. Их надо даже больше 5 делать. Точнее 5. Раз, раз. Раз. Гроза, да? Ну, судя по всему, если прям вот так отмечается, что идет гроза, то, наверное, хорошего вообще ничего не будет. Наверное, дом мне сейчас опять размолотит к чертовой матери. Я факела вообще сделал на улицу или не сделал? Вопрос главный дня. Сушилку, наверное, подниму все-таки наверх я сразу. Чтобы они перестали мне ее ломать постоянно. Вот тут, наверное, я поставлю. И мясо, наверное, повешу вялить. Так. Ой, что-то я не так сделал. Наоборот, верните все обратно. Да, верните все обратно. А вот как раз-таки не хватает мне дерева. Построить еще... Одно окошко вот здесь. Окей, ладно. Сделаем вид, что так и должно было быть. 40 волокон. Это у меня штанишки себе делаю. Красивые. Оденем, потому что не зря же мы их изучали. И факела. Где обычный напольный факел? Обычный... Ага, все, вижу. Еще не хватает. Опять волокон не хватает. Погоди, неужели я себе не сделал ничего? Я ж вроде их ставил на создание. Или нет? Или да? Но здесь их нету.
И тут их нет. Ладно, мне просто даже интересно, как он работает хотя бы один. Факел. Напольный вот этот вот. Офигеть. Метет. А, ну да, все-таки я их сделал. Давайте-ка. Один вот тут. Один вот тут. Один оставим себе. Удержите ли вы здесь доступ к топливу? А доступ к топливу у нас будет палка. Да? Ага. Сейчас как долго будет гореть. Нормально бахает. У меня дом хрустит. У меня хрустит дом. А чинить мне его нечем. Ну да. А чинить мне нечем его. Или чем я вообще хотя бы чиню его? Мне просто интересно. Где что рушится? Непонятно, какой материал я использую для починки. Но меня это мало волнует. Главное, что это чинится. Главное, что это чинится. Все. Окей. Полы целые. Давайте-ка первый этаж посмотрим. Вот тут что-то. Что-то... Оу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что-то все очень хрустит. Дверь. Вот этого мне не хватало, кстати говоря. Вот совсем не хватало. Починить... Починить нечем. А, прикол. Очень-очень смешно, но починить нечем. Блин. Да блин, ну как так-то? Уничтожить. Да. Нам надо срочно починить наш молот. Наш молот жизни. Он сейчас на именно этом молоте держится весь наш дом. Погоди, что еще ломается? Окно. Нет, стенка. Целая, целая. Что еще? Где треснула? Ага, стенка. Эта стенка трескается. Ох, нихрена себе. Все, пошел на второй этаж. На втором этаже, наверное, сейчас тоже все трескается. Вот это. Все, вижу, он справа. Снизу стенка совсем. Ей совсем тяжело. Тут вроде... С большего нормально. Вот этой совсем тяжело. Крыша. Так, это... Ага, вот дырка. Вон еще. Да жесть. Сколько времени это будет здесь длиться будет? Он сейчас весь дом разломает. Все, вроде заканчивается. Ну, надеюсь, во всяком случае. Ага, все. Откалывает здесь кусок. Ну, чинись. Нечем. Опять сломался. Дружище, на тебя вся надежда. Молоточек, не ломайся. Молоточек, живи. Просто на тебе сейчас все держится. Так, все. Вроде перестало ломать. Вроде бурю пережили. Пережили бурю. Пойти посмотреть первый этаж. Все ли там хорошо? Допрыгай. Так, вот здесь стеночку покромсало.
Так, все остальное вроде с большего целое. Да, все, остался ветерочек вроде только сейчас. Надо делать запасы древесины неплохие. Ах ты ж, зараза. И не убил. Да стой ты. И сам попал по своему этому забору еще. О-о-о-о. Только я так могу запустить себе в дом волка. Прям только я так мог сделать. Где у меня? Зараза, сломал мне забор. Так, волокна. Опять волокна пропали. Окей. Пособираем. Так. Соберем, соберем, соберем. Все это поубираем. Ну нет. Ну давай ты не будешь на меня нападать. Вы ж... Все, да, вы боитесь. Что я человек, я страшный, я вообще злой, я опасен. Давай, Муа, убегай. Так. Я опасность, уходите. Угола. Ну да. Все, уйди, я сказал. Я опасен, я человек. Не уходят. Такое ощущение, что что-то хотят сделать плохого. Ладно, тогда лучше уйду я. Это все-таки Муа, они опасные, я лучше уйду. Закроем. Так, погнали. Иди сюда, мам. Сейчас мы все это дело выгрузим куда-нибудь. Хм. Прикол в том, что они, походу, пропускают, потому что сколько я туда не клал этих камней, они почему-то со временем все равно пропадают. Так, этот ящик поставлю где-нибудь здесь. Что происходит? Что был за звук? Так, мне нужна, не нужна стройка вот эта. Наковальню поставить надо было бы. Вот, все, вижу. Понеслась вверх температурка. Так, деактивируем. Мы вроде больше ничего не будем делать. Дерево 20. Железный слиток 40. Я понял. Я абсолютно понял. Ага. Надо идти искать будет новую пещеру еще. Потому что мне не хватило. Думал, тут... 20 слитков хватит, их 40 надо. Так, ну ладно. Ладно, наверное, с этими слитками я уже буду разбираться завтра. Все, всем спасибо, всем пока-пока, до новых встреч и всех благ.